Доброго ранку, дорогі друзі, тим, хто щойно до нас доєднався. Ми сьогодні починали свій ефір з того, що розпочався період ретроградного Меркурію. А люди, які вірять в астрологію, насторожено відносяться до саме до цього періоду, а він завершиться, якщо я не помиляюсь, 18 липня. Чому так? А решта, котрі не вірять, просто відчувають на собі, хочуть чи не хочуть його вплив. Аби це з'ясувати, ми запросили у студію метафізика, експерта з китайської метафізики, так, Тамару Нарышкіну. Доброго ранку, так, пані доброго Тамара. Ранку. Розкажіть, будь ласка, до чого ці всі перестороги? І в чому саме варто остерігатися? З чим пов'язаний Меркурій? Мені розказуєте, Тоня все знає. Можна я буду по-русски? Так, 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 звісно. Дело в том, что, вы знаете, не зря говорят, что вот ретроградный Меркурий боятся. Дело в том, что верим мы в это или не верим, энергии эти есть, они существуют и они работают. Им строго параллельно, верим мы в это или не верим. Незнание законов, да, не звільняє від відповідальності. Они все равно работают и влияют на нас. Поэтому как раз ретроградный Меркурий, о нем говорят, знаете, как это, посланник Бога, который передает сообщение от Бога к людям и от людей к Богу. Действительно, особенность ретроградного Меркурия состоит главным образом в том, что он возвращает к людям в этот период времени какие-то события, какие-то шансы, дает им возможность доделать то, что не было доделано раньше. Угу. Либо это были какие-то отношения, которые как-то не сложились, в этот период возвращаются. Кстати, сейчас идет период ретроградной Венеры, она вот именно как раз на отношения и влияет. Поэтому в этот период вот эти люди по таким романтическим, так скажем, тобто, отношениям... Тобто можна допрацьовувати ті стосунки, які були, вертаються старі партнери. Я знаю, що вони навіть сняться зараз. Но иногда нам они не потрібні старі партнери. В тому плані. Почему? Потому что если к семейной паре вернется кто-то из вашей прошлой жизни, и не думаю, что ваш муж этому обрадуется. Навряд чи. Да. А чи можна починати нові стосунки? Чи варто одружуватись в цей період? Вот. Підписувати контракти? Сейчас расскажу. Угу. Значит, смотрите, конечно, подписывать контракты, начинать новые отношения, организовывать там заручены, свадьбы и так далее. Ну, заручены, это же контракт, по сути. Нет, нельзя в этот период. То есть нежелательно. Почему? Потому что в дальнейшем потом окажется, что у вас будут какие-то... Что-то было сделано не так, какие-то неприятности. Недоліки, щось не прораховано. Да, что-то было недоделано, и поэтому потом выйдет это вам боком проблема. Нельзя, ни в коем случае нельзя вот в период ретроградного Меркурия проводить операции. Почему? О, це також да, важливо. Вот важлива очень информация. Важно. И операция – это именно тот момент, когда вам что-то из вас вырезают. Там зуб вырвали, аппендицит вырезали, вот такой вот. Почему? Потому что в дальнейшем, опять же, эта ситуация проявит себя какими-то осложнениями, что-то там воспалениями и так далее. То есть ми это нагадаємо, вернется. Цей період уже розпочався, і він триває до 12 липня. Треба потерпіти Венера до цього часу. Или Меркурий? Ми говоримо зараз про Меркурій. Якщо накладається ще Венера, ми також про це вже зрозуміли, знаємо, то до якого часу не варто укладати договорів і не робити операції? До окончання періоду ретроградного Меркурія. До 12 липня. Це, главним образом, фінансові діла, договори, в общем, якісь производственні питання, не починати нові проекти, відкриття бізнесу, регистрировать фирму и так далее. Вот этих дел делать не надо. Что касается Венеры, то никаких новых отношений, заручен, свадеб и так далее. Тоже нежелательно. Есть у ретроградного Меркурия одна особенность. Вот ее-то как раз и надо учитывать, и надо это делать. Внимательно следить за знаками, которые приходят из Вселенной. Они точно приходят в этот период времени. Будут возвращаться то, что недоделано из прошлой жизни вашей. Вот эти дела нужно обязательно завершить. Обязательно завершить, доделать. То, что было с вами начато раньше, и вы бросили. Знаете, как я у себя ученикам говорю? Допустим, вы хотите изучать китайскую метафизику. Окей, замечательно. У вас есть желание. Вы это желание, так скажем, мечтаете.
послали в космос, в небо. Угу. Небо вам дает возможности, шансы. Следующим шагом ваше намерение. Вы заявляете, вот момент важный, намерение, вы заявляете громогласно. Сначала мрия, потом намер. Намер, так, да. Вы заявляете, намер. Пишете, Тамара Павловна, я хочу у вас учиться. Окей, замечательно, вы заявили. Вам приходят возможности. Угу. То есть обычно, знаете, как деньги. Давайте мы с метафизики трошки ближче до наших глядачів. До прикладу, мрія, якась наша глядачка Валентина. Просуженого, ряженого. Мрія є. Потім є сужений, намір. Сужений, ряжений к этой ситуации не относится. Сужений, ряжений – это Венера. Ми говоримо саме про навчання? А ми говоримо про Меркурій. Про початок якихось інших справ. Да. Угу. Це не стосунки. Поэтому тут стосунки – це Венера. Так, ділові справи. Да, это именно ділові справи. Намерение. Прошло намерение. Заявили о своем намерении во всеуслышание. Вже готова робити крок. Да. Вселенная дает возможности. Ну, присылают тебе там людей, деньги и так далее. Uh-huh. Кому что нужно. Дает возможности. Возможности пришли. Человек вместо того, чтобы пойти осуществить свое желание, свою мечту, ну, девушка идет в магазин и покупает себе там туфельки, платьечко. Деньги uh-huh. потрачены зря. Uh-huh. А это потом. Это потом. Оставила это на потом. Нарадно распорядилась ресурсами. Да. А всесвіт скаже, что такий. Ти що? Я ж тобі на що посилав це гроші-то? А Всесвіт саме так і скаже. Чому? Ага. Діло в тому, що деньги були дадені на конкретну ціль. Що дає це? Я іменно не зря привела китайську метафізику, тому що вот этот процес обучения, понимания знання, законів роботи енергії, оно дає возможності міняти свою жизнь. Поэтому тебе дали шанс, который тебе потом долго-долго пригодится, ты будешь использовать и улучшать свою жизнь. А ты кофточку купила, 15 минут удовольствия. То как берегти себе, аби точно не прийняти якихось неправильних рішень в цей період? Зараз договор. Значит, шансы, возможности были, не использовали, действия. Окончательный результат не совершили. Именно вот этот окончательный результат действия пойти, закончить то, на что тебе были дадены шансы, возможности, как раз и даст возможность Вселенной исполнить мечту. Нет, что происходит? Перекрывается ваш дальнейший путь. Вот эти ваши недоделанные дела, вот эти ваши неосуществленные мечты, желания, о которых вы уже заявили миру, и при этом не закончили их, не доделали, они у вас как кандалы на ногах висят. Ну вот камень на шее, вы просто не имеете возможности двигаться дальше. Типу, як то есть вам тяжело. Які ви давали да. собі чи комусь. І... Да, это і є вот наше, так скажем, взаимодействие, да, взаимодействие с мирозданием, со Вселенной. И если вы этого не сделали, ну извините, эти камни у вас будут болтаться на ногах долго. То зараз а сейчас как раз вот период ретроградного Меркурия и даден нам для того, чтобы мы имели возможность снять эти кандалы, закончить то, что мы не доделали, не закончили раньше. То есть мы заявили свое намерение, нам дали возможности, угу. и все, и на этом все закончилось. Вот это будет возвращаться в жизнь, вот это важно, актуально. То есть Меркурий именно для этого нам и даден период угу. этот. А вот то, что люди боятся, то нельзя делать, все нельзя делать. Нельзя новое начинать. Это ну, точно надо завершить то, ранее да. начатое. Ага. А що стосується... От я розумію, що якщо там фірму можна перенести оформлення там нотаріуса, а наприклад, якщо операція, ну вже от потрібно операцію робити, все, лікар каже, капець, ріжемо, бо лоб на апендицит. От ж як захиститись? От, замечательно, ріжте. Потім це все одно вернеться. Прецедентів було маса. Апендицит же ж не можна, якщо він зараз лобний не вирізати. Ну, якщо він значить, лобний, виходить, що треба вирізати, операція. Але готуватися до того, що будуть ускладнення. Тобто все одно, так, все зрозуміло. Захиститись ніяк не можна, так? Планова операція, якщо планова операція, то її можна перенести. А якщо от у вас вам срочно, немедленно, ну, ребят, будьте просто, будьте готові к тому, що будуть ускладнення. Треба буде доопрацьовувати знову. Да. Скажіть, будь ласка, а що стосується доріг, транспорту? Я знаю, що Меркурій також впливає на цю сферу. Що буде відбуватися в цьому напрямку? Подорожі, бо ж літо, відпустки, люди на щось сподіваються, на море вже навряд чи, хтось на дачу, але
Ви спланували свій відпуск зарані? Ну, відносно, так. Ага. Тоді норм. Вперед поїжджайте, які проблеми. А якщо ось зараз прийшла така думка? А якщо прийшла така думка? Якщо зараз плануємо, але не пізніше, вже так, коли він закінчиться, в кінці липня. Зараз купувати квитки, бо у нас останній робочий тиждень на світанку, і у нас, власне, починається відпустка. Да, продумаємо відпустку. Нам купувати відпустку. Квитки чи купуйте, потерпіти? Купуйте квитки. Дивіться, нове не починаємо, но загадывать желания, мечтать, строить планы, какие-то писать проекты новые. Это, да, это окей, для этого период Меркурия работает великолепно и замечательно. В этот период как раз и полезно заниматься тем, что строит планы на будущее, писать какие-то проекты своего, планировать свой отпуск. Вы же планируете свой отпуск, так, прекрасно планируете, заказываете билеты. Вы же не сию минуту поедете, правильно? Да-да. Які проблеми? Так. А скажіть ще кілька слів, тому що я знаю, що на фоні того, що йде період ретроградного Меркурію, ретроградної Венери, це все накладається. Так ще й ретроградний Сатурн зараз. Що про це можете сказати? Ви знаєте як? Смотрите, ті планети, які знаходяться близько від нас, вони на нас впливають значительно сильніше. Меркурій, Венера, вони рядышком, поэтому їх влияние сильне. Як ми сьогодні говорили, дорогі друзі, вони знаходяться близько до Землі. Да. Через те на нас впливають сильніше. Так, Сатурн далі виходить. Сатурн виходить далі, і його влияние гораздо менее, так скажем, актуально і значительно на нас, чем вот эти близлежащие планеты. Поэтому вот Венера, Меркурий, да, это окей, эти влияют достаточно сильно. Угу. А потом я вам хочу сказать, смотрите, чаще всего в нашей жизни проявляет себя Меркурий. Он у нас появляется 2-3 раза в год, его период длится где-то по 20 дней. Венера появляется по 2, раз в 2 года. А те планеты проявляют себя значительно раньше, поэтому, потому что постольку, поскольку они... скажем, далековато от нас, то... Тобто підсумовуємо. Ми в цей період, дорогі друзі, до 12 липня завершуємо усі справи, так? Так. О, що з грошима робимо? Який фінансовий якісь поради маєте? Тратити, не тратити, вкладати? Смотрите, в період ретроградного Меркурія хорошо продавати ненужні вещи. О! Да, вот... Знаете, вот то, что у вас не пользуется спросом, что-то где-то залежалось, сложно продать. В период ретроградного Меркурия продастся замечательно. Почему? В этот период, понимаете, все, вот чекаю, все эти энергетические влияния, они носят эмоциональный характер. В первую очередь отключают голову, разум. Ага. Работают эмоции. На эмоциях человек не думает. Вы продаете ему ненужную вещь, ой, какая красивая, какая прелесть, покупать. Зачем она ему нужна, без понятия. Но ему понравилось, он купил. Поэтому вот продавать ненужные вещи замечательно. Покупать не надо, потому что потом ваши мозги точно так же отключены. Так. Да. Потом окажется, что либо вам эта вещь не нужна, либо вы потратили деньги и заплатили гораздо больше. Поэтому вот покупать ничего не надо. Финансовые договора новые какие-то заключать не надо. Кредиты брать в этот период тоже не надо. Закрывать, да, замечательно можно. Ой, спасибо вам велике. Стало ясніше, так, чіткіше, дорогі друзі. Пані Тамара Нарешкіна, і ми разом тут, Жені, застерігаємо вас від непотрібних трат. Якщо вам дуже не терпиться щось придбати, почекайте, будь ласка, 12 липня. Ну, а ми повернемось з вами після паузи.